Носителем отечественной истории, который проживает в районе Некрасовка, родном микрорайоне юго-восточном округе Москвы. Профиль музея военно-исторический, общая площадь 96 квадратных метров. Снова музей составили 8 экспозиций. Поклонимся великим тем годам. Анкан, наша боль и слава. На Кавказе дело было. Мы их казаки. Наследники победы. Автоматы, гитары. Сильные духом. Фотовыставка «Хроники необъявленных войн». Вестибюль находится на основной экспозиции, которая рассказывает о последних военно-теоретических работах в школе и музее, об исторической работе актива и новых музейных выступлениях. В нашем музее также есть фонотека, библиотека и фильмотека. Отозвавшись душой на призы, по призванию, не по приказу, собирался музейный актив от 6 до 10 класса. Изучали родимые. Про отцов узнавали, и дедов, и героями наших времен населялись почти что 100 метров. Экспозицию надо создать, чтоб желание судьба поколения, а потом про нее рассказать на экскурсиях, съемках, на сцене. С фотографии эпохи глядят, от медалей истории веет. Весь актив записался в отряд. Поисковый перешкольном музее. Первыми экспонатами нашего музея стали романы писателя-фронтовика Николая Федоровича Наумова. Этот мужественный и талантливый человек знал о близкой смерти, и поэтому записал свои слова на видео ко дню рождения нашего музея. На торжественном открытии нашего музея эти слова прозвучали точно с небес. Даже ветераны смогли сдержать слез. Наш актив с трепетом разработал экспозицию, посвященную Николаю Федоровичу. Мы изучили и создали экспозицию, посвященную воинам-афганцам, проживающим в нашем микрорайоне. Теперь рассказываем о них на районных и школьных мероприятиях, а также афганцы сами с радостью вошли в наш музейный актив. Мы выехали в центр Некрасовского района, в историческое место, радиостанцию номер 2, куда пришла весть о победе в Великой Отечественной войне и откуда она облетела всю планету. Видеосюжет лег урок мужества,
живет герой Некрасовки родной. Ветераны радиостанции пришли в школу, а добытый видеоматериал был использован для пополнения раздела «Поклонимся великим тем годам». Учителя, родители и ученики нашей школы собрали канцелярские принадлежности, настольные игры и игрушки. Отвести все это богатство доверили музейному активу. Мы организовали передвижную экспозицию и представили в Либерецкой детской школе-интернате для сирот «Наш дом». Глядитесь в лица нашей аудитории. Мы надеемся, что это только начало дружбы между нашими школами. Мы достойно встретились в 70-летие Сталинградской битвы, организовали Некрасовский муниципалитет, праздник для учеников и учителей, сразу из трех школ района. Мы силами музейного актива провели несколько экскурсий в начальных классах в преддверии Дня защитника Отечества. Познакомиться с музеем Героя нашего времени сегодня приходится всего района, и не только. И мы с радостью принимаем гостей. А еще мы собираемся провести 9 мая урок мужества, сильный дух, с удивительными героями, с инвалидами войны. А еще мы ждем в гости Героя России Вячеслава Бочарова, офицера спецназовца, с его друзьями. Этот офицер первым ворвался в Бесланскую школу, чтобы защитить заложников от боевиков. А еще мы собираемся на вахту памяти в места ожесточенных сражений под Москвой. Пусть болят застарелые раны, но влюбленные в нашу страну к нам приходят в музей ветераны рассказать про друзей, про войну. Кто победу добыл из побед, одолевший фашизма заразу, влюбленный афганом поэт, из Чечни офицера спецназа. И полковнику правый глава с ветеранами вместе пришел он, произнес потрясенные слова, будет памятник около школы. Однажды префект приходил, посмотрел с интересом, послушал, и медалями тех наградил, кто в музей наш положил свою душу. Несмотря на юный возраст нашего школьного музея, он уже привык быть в центре средств массовой информации. Музей Героя нашего времени снял получасовую передачу, первый общеобразовательный канал. Про него писали литературная газета, основанная Александром Сергеевичем Пушкиным. Центральный еженедельник ФСБ России, Граница России. Всероссийский журнал «Казаки». Газета «Голос Некрасовки». 4 некрасовских сайта. Сайт казаков Юго-Востока Москвы. Сайт Центрального казачьего войска. Казачий информационный портал. Ну а шеф у нас казаки, что на юго-востоке столица. Казака горевать не с руки. Им служить, не тужить и трудиться. Вместе с нами музей создают. Если праздник несут караваи, а когда они песни поют, мы теперь казакам подпеваем. Yeah.